Когда с Международной космической станции после долгих месяцев пребывания на орбите возвращается очередная экспедиция, в звездном городке проводится торжественная встреча экипажа. Это праздничное мероприятие, на котором подводятся итоги прошедшей экспедиции, а также экипаж дает интервью для СМИ и возлагает цветы к памятнику Юрию Гагарину. На каждом из таких мероприятий присутствуем мы, те, кто занимается подготовкой астронавтов и космонавтов. Я не помню точно, какая это была экспедиция, но слова одного из астронавтов о том, каким было его самое сильное впечатление от пребывания в космосе, хорошо врезались в мою память. Он сказал: «Когда смотришь на нашу планету с борта МКС, то понимаешь, что мы, человечество, одна большая семья, и между нами не может быть границ, тем более вражды и войн. И мы должны заботиться друг о друге и оберегать нашу планету». То, что испытал этот астронавт, называется эффектом обзора. Эффект обзора – это удивительный психический и психологический феномен, который полностью меняет жизнь человека. Он связан с изменениями, происходящими в сознании человека, в то время как он собственными глазами осматривает нашу планету Земля из космоса, будь то с борта МКС или с поверхности Луны. Наша планета из космоса мгновенно представляется как хрупкий, населенный жизнью шар, висящий в пустоте и защищенный только тонкой прослойкой атмосферы. Границы между государствами и национальные конфликты выглядят несущественными. Перед человеком в полной мере предстает вся красота и в то же время уязвимость нашей планеты, а необходимость защищать ее становится для него очевидной и обязательной. Когда Юрий Гагарин, первый космонавт Земли, завершил свой первый полет в космос, он сказал следующие слова: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». А вот слова Эдгара Митчелла, американского астронавта, шестого по счету человека, побывавшего на Луне. «Вас охватывает всеобъемлющее и глубокое осознание пути, направления, в котором идет человечество, и сильное чувство разочарования от того, в каком состоянии находится мир, и навязчивое желание что-то сделать, исправить. Оттуда, с Луны, международная политика выглядит детской забавой. Хочется схватить всех этих политиков за шею и притащить их за четверть миллиона миль оттуда и сказать: посмотри на это, сукин ты сын. Представьте, как изменился бы мир, если бы каждый из нас побывал в космосе и увидел бы нашу планету оттуда, из космоса, своими собственными глазами».